Впервые в регионе прошла встреча губернатора Ульяновской области Сергея Морозова с кандидатами в депутаты представительных органов Кузоватовского, Новоспасского, Меликесского, Старомаинского районов и Теренгульского городского поселения. Также будущие депутаты смогли пообщаться с членами правительства и обсудить волнующие их вопросы. Мы могли бы сегодня послушать и ваши уже предложения из ваших программ. Тем более, что вот если мы все вместе будем и в дальнейшем работать, то, конечно, у нас появится очень много вполне решенных дел. На заседании были озвучены проблемы районов, которые были выявлены будущими депутатами в ходе общения с избирателями. Вот сегодня мы встречались с министрами ЖКХ, здравоохранения, донесли до них ту информацию, те проблемы Меликесского района, которые действительно насущны, которые действительно требуют решения. Беседа прошла вот в такой дружеской обстановке. Мы получили хорошие эмоции и поддержку министров. У каждого района свои задачи, которые требуют неотлагательных решений. И в частности, вот мы задали вопрос, который озвучивают наши избиратели по поводу ОДМ. Вот, но и получили очень положительный ответ по тому, как был разъяснен данный вопрос, как нужно сейчас действовать, как нужно поступать. Председатель законодательного собрания Ульяновской области Анатолий Бакаев отметил, что среди кандидатов в депутаты представители почти всех сфер нашего общества, от предпринимателей до педагогов. А значит, будущие народные избранники максимально близки к проблемам своих избирателей. И сейчас важным для них является решение этих вопросов. Кристина Жако, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.